Всем привет, друзья, канал Салим. В работе у нас Mazda 6. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию. Салон мы разобрали. Краткий обзор штатной шумоизоляции. Так, проклеен виброй пол в багажнике. Задние арки голые. Это самые шумные места в автомобиле. Также крылья задние голые. Двери задние. Также сплошной голый металл. Передние двери. То же самое. Ни единого куска ни вибра, ни шумоизоляции нет. Более-менее пролили пол. Потолок. Также голый металл. Сейчас подготовим поверхность и приступаем клеить первый слой.